Терамобил, Нефтекамск, Янаульская, 1А, телефон 236-88. Автобусы компании «Баш Автотранс» оказывались под прицелом пневматического оружия в январе, феврале и апреле этого года. Благо, ни разу не пострадали пассажиры. Сотрудниками правоохранительных органов был задержан стрелок, который отличился в последних двух эпизодах. Хулиганом оказался далеко не подросток, подозреваемому уже 50 лет. А основной мотивацией к развязыванию стрельбы по движущимся мишеням стал алкоголь. Прокуратурой города утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 50-летнего Олега Давыдова. Он обвиняется в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренных частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации, вандализм, порча имущества в общественном транспорте и в ряде краж. По версии следствия, Давыдов, находясь в общественных местах, после распития вместе со своим знакомым алкоголя, решив продемонстрировать приятелю навыки стрельбы, 6 раз выстрелил из своего пневматического пистолета по 4 проезжавшим мимо автобусом «Баш Автотранс». В результате преступных действий Давыдова пассажирские автобусы получили повреждение боковых стекол. Пассажиры при этом не пострадали. Кроме того, Давыдову предъявлено обвинение в совершении ряда краж декоративных колпаков на автомобильные колеса. Общий размер причиненного ущерба злоумышленникам оценивается более чем 50 тысяч рублей. Обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления, а в настоящее время уголовное дело направлено в Нефтекамский городской суд для рассмотрения по существу.